Еще раз всем здравствуйте. Прекрасный день сегодня, прекрасное настроение. Я надеюсь, что у вас тоже. Рада представить вашему вниманию интернет-проект «Территория роста» совместно с компанией Oriflame. И сегодня на нашем вебинаре вы узнаете поподробнее об этом проекте и почему мы выбрали сотрудничество именно с компанией Oriflame. Ну, опять-таки, по сложившейся традиции представлюсь, кто еще не знает меня. Меня зовут Елена Харевич. Проживаю я в Республике Беларусь, в городе Минске. Напишите, пожалуйста, в чате, кто откуда сегодня, из каких стран и городов. Минску привет. Городу Кропоткину тоже привет. Вижу Санкт-Петербург. Как здорово, что из самых разных уголков сегодня мы можем собраться, слушать друг друга, обучаться. Вижу Сочи, Краснодар. Ну, вы пока пишите, я буду продолжать, дабы не задерживаться. Итак, нашу презентацию я бы хотела начать с... Даже не с книги и не с квадранта, который на слайде. А, наверное, вот как вчера сказал вышестоящий спонсор наш, Сергей Гаглоев, вот с мечты. Ведь все начинается с мечты. И, в принципе, желание человека преуспеть, получить какое-то благосостояние, ну, пусть даже в материальном выражении, оно ведь, в принципе, исходит из какого-то желания человека, да, чего-то достичь. Не обязательно это что-то приобрести, купить, но, наверное, сделать свою жизнь комфортнее, сделать свою жизнь счастливее прежде всего. И я надеюсь, что сегодня на вебинаре собрались люди, которым не безразлична их жизнь, которым не безразлична та ситуация, в которой они сейчас находятся. Люди, которые ищут чего-то большего и готовы для этого что-то сделать. Только вопрос как. И мне интересно, кто же сегодня на вебинаре впервые слушает вот такую презентацию? Кто новичок сегодня? Поставьте плюсы. Любовь, наверное, слышит меня впервые. Но, наверное, презентация уже сама проводит, если я не ошибаюсь. Кто же еще сегодня? Есть ли новички интересны? Марина, замечательно. Ну, вы пока продолжайте писать, я не буду останавливаться. Итак, мы с вами, в общем-то, выяснили, поняли друг друга, да, что, в общем-то, любое благосостояние, да, начинается именно с мечты человека о лучшей жизни, и, конечно же, кто бы что ни говорил, счастье не в деньгах, счастье в другом, все равно наш мир материальный, и те возможности, которые дают деньги, в общем-то, они могут человека, действительно сделать жизнь человека насыщенной, счастливой и качественной. Но теперь мы приступим уже к этому слайду, поговорим непосредственно о деньгах, да, и... Не знаю, может быть, кто-нибудь из вас уже читал вот эту книгу «Квадрант денежного потока» Роберта Киосаки. Может быть, кто-нибудь еще не читал, да, и обязательно прочтите, очень рекомендую. Так вот, чем примечательна эта книга, да, и вообще автор, сам автор, человек-мультимиллионер. Вот что он сделал такого, да? В принципе, он доказал вот такую своеобразную теорию распределения всех денег на планете Земля. Вы видите, да, квадрант, две линии, да, четыре сегмента. И давайте мы с вами дальше посмотрим, вот разберем по каждому сегменту. А вы сами для себя, я уверена, что найдете именно тот сегмент, в котором вы сейчас находитесь. Потому что фактически пятого здесь не дано, четыре сегмента. Четыре сегмента распределения всех денег. Итак, первый сегмент – это работники.
Люди, работающие по найму в государственной или частной компании. 80% людей всего мира находятся именно в этом сегменте. Вы знаете, вот говорят, что, наверное, ни в одном деле, ни в одной вещи, ни в чем, в принципе, в жизни не бывает только лишь плюсов и только лишь минусов. Да, есть плюсы и минусы. Но вот вы знаете, когда я работала по найму, да, я не видела плюсов. Очень уважительно отношусь ко всем профессиям и к людям, которые трудятся, да, в принципе, которые не тунеядцы. Но все-таки давайте вот рассматривать с того ракурса, что это наша жизнь, да, и мы каждый день тратим свое личное время, да, по 8 часов, может быть, у кого-то какой-то другой график, вот именно на эту работу. И что же мы в итоге получаем? Что же я в итоге вот получала, да, вот отдавая свою энергию, время, силы, молодость? А первое, что, с чем сталкиваются работники, это ограниченность заработной платы. Даже если вы зарабатываете хорошие деньги, у вас есть какой-то определенный потолок, через который вы перепрыгнуть не можете. Да, вот вижу в чате, Геннадий пишет, что не только 8 часов, кто-то и 16 часов работает. И такие люди есть, да. Далее, потолок карьерного роста. Какую бы вы должность ни занимали, есть какой-то определенный потолок, куда вы, ну, просто не можете расти дальше. Опять-таки, по различным причинам. Я думаю, что вы понимаете, да, не будем углубляться. Далее, зависимость от начальства и коллектива. Вот, вы знаете, в свое время я столкнулась вот с этим моментом, да. В общем-то, всегда старалась поддерживать хорошие отношения и с начальством, и с коллективом. Но я понимала, что, в принципе, моя жизнь, она, ею распоряжаюсь не я, да, по большому счету распоряжается мой начальник. И как сказал начальник, так и будет. Какой бы ты инициативный не был, какой бы ты супер-пупер умный и способный не был, все равно все решает начальник. Ну и коллектив, да, совсем не зависящий от нас момент, скажем так, да, бывает, что попадаются хорошие люди в коллективе, бывает, что и не очень хорошие, да, и приходится с этими людьми работать бок о бок, проводить время. Мы понимаем, что, естественно, ну, можно сказать, повезло, если хороший коллектив. Кстати говоря, поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто еще работает по найму на данный момент. Далее, что еще вот человек, скажем так, имеет, работая по найму, да, риск, постоянный риск потерять работу. Ну, вы все понимаете, да, что в кризис этот риск увеличивается, да, идут сокращения. Я знаю, что не только в моей стране, в Беларуси, в России, также по всему СНГ. Далее, отпуск по расписанию. Вижу тут в чате плюсы. Я думаю, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? И те, кто когда-то работал по найму, тоже меня понимают и поддерживают, надеюсь, согласны со мной. Отпуск по расписанию, да? Ну, естественно, вот лично я тоже с этим сталкивалась, да? Хочешь пойти в отпуск, да, вместе с супругом, но не получается, потому что производственная необходимость, нужно работать и... Чаще всего даже так слышишь, так ты, в общем-то, заменимый, а как идти в отпуск, так незаменимым становишься. То есть, естественно, это тоже ограничение в твоей жизни. Далее, невозможность реализовать себя в полной мере. Да? Я уже сказала об этом, что предлагаешь какую-то инициативу, действительно полезную, на твой взгляд, да, а начальник говорит, нет, так не будет, потому что я считаю по-другому. То есть, в общем-то, на корню вся твоя инициатива, она просто срезается. Далее, вот в итоге всего того, что я перечислила, да, вижу от Марины смайлик, возможно, Марина себя узнала или, может быть, вспомнила в прошлом, да. То есть, смотрите, при всех вот этих вот минусах, да, фактически человек, работая как белка в колесе, приходит к чему, да, к чему все приходят и многие боятся, да, это пенсия. Если еще кое-как ты там... сводил концы с концами, да, когда работал, то когда уже силы иссякли, энергия ушла, ушла молодость, да, пришла пенсия, и действительно, ну, денег стало меньше в разы, да, и человек почувствовал, что, ну, в общем-то, все прелести вот такого положения. Вот подытожить вот этот сегмент денежного потока, да,
квадранта денежного потока, хочется фразы: если вы не строите вашу мечту, кто-нибудь обязательно наймет вас строить свою. Вот когда-то я тоже эту фразу для себя поняла, приняла, да, и, в общем-то, поменяла, наверное, свое мышление. Идем дальше, не будем задерживаться здесь. Далее следующий сегмент. Ну, давайте так представим с вами квадрат, да, и скажем, вот это будут люди, которые работают по найму, и предприниматели. Это левая часть, да, и мы сейчас вот конкретно рассматриваем левую часть квадранта, да, куда входят вот предприниматели. 15% населения всего земного шара. То есть это люди, работающие на себя, да, либо в сфере торговли, да, либо в предоставлении каких-то услуг. Ну, в сфере торговли легко привести пример. Предприниматель, который открыл магазинчик какой-то, да, там парикмахерскую, то есть не сеть, а какой-то маленький отдельный объект, скажем, не крупный бизнес у него. Либо люди, работающие на себя. Ну, тут также масса примеров. Это может быть и репетитор, и парикмахер, и строитель, и много-много-много других профессий, да? Когда человек открывает ИП и уже начинает работать на себя. Здесь также, вы знаете, начну перечислять минусы, 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 да? И один единственный плюс здесь – это уже нет зависимости от начальства. Вот здесь ты уже предоставлен сам себе. Но это всего лишь один плюс, да, но сколько минусов? Давайте сейчас посмотрим, да. Значительные финансовые инвестиции в начале бизнеса. Это я говорю про бизнес в сфере торговли, да, когда ты что-то открываешь, типа магазин и так далее. Дальше идем. Риск банкротства, да. Есть статистика, что 80% малого бизнеса России терпит крах уже в первый год своей жизни. То есть официальная статистика. Дальше. Нехватка свободного времени. Мы понимаем, да, что тот же парикмахер, репетитор, хочешь заработать, да, ты меняешь опять-таки свое время на деньги, стрижешь там, занимаешься, да, с детьми. Ну, это как пример взяла, да. Или ты строитель, делаешь ремонт в квартирах. То есть твое время прямо пропорционально твоему доходу. Заболел ты, ушел в отпуск, уехал, денег ты не получаешь, не зарабатываешь. А то же самое и с предпринимателями в сфере торговли, да, нехватка свободного времени, потому что всю документацию, все вопросы, связанные с поставками, вся эта бумажная волокита, налоги, все это как бы, ну, сваливается на голову предпринимателя. И также нехватка свободного времени тоже присутствует здесь. Дальше. Решение вопросов, касающихся налогов, логистики, доставки, хранения продукции, бухгалтерский учет. Это я уже сказала, да. Далее. Взаимодействие с бюрократией. Но мы не ходим в розовых очках, мы понимаем, что есть такой момент в нашей жизни, да. Вот. И, естественно, предпринимателю, чтобы удержаться, ему нужно и здесь, в общем-то, голову ломать, как выкрутиться из этой ситуации. Далее. Зависимость от прямого участия в бизнесе, да, я уже сказала об этом. Ну, и, наверное, этот список еще можно продолжить, да. Не знаю, может быть, кто-то из присутствующих на вебинаре имел вот такой предпринимательский опыт, не в сфере, я не говорю про Oriflame сейчас, да, а именно вот то, что я перечислила. Но вот что хочется сказать, да, нет зависимости от начальства, еще раз повторюсь, но... Вы сами видите, что и финансовые риски, и нехватка времени, и так далее, и так далее. Понятно, да? Это был левый сегмент квадранта денежного потока. Два сегмента в левой стороне, скажем так. Идем дальше. Итак, правая сторона квадранта денежного потока. Бизнесмены. 4% населения земного шара. Владельцы среднего и крупного бизнеса. Мне хочется сделать такую оговорочку, да, что вот вроде бы там были предприниматели, да, ну, можно сказать, бизнесмены, да, кто-то вот открыл магазин, два магазина, да. Здесь речь идет, да, о крупных бизнесменах, да, и что такое вообще, вот, скажем, бизнес, да, вот крупный бизнес. Прежде всего, наличие системы, наличие команды, да, и сеть. Вот если это все присутствует, да, то у предпринимателя, у такого, у бизнесмена, можно его так назвать, появляются уже плюсы, да,
И это наличие времени свободного, да, потому что бизнесмен, допустим, у него сеть магазинов каких-то, автозаправок и так далее, он может нанять управляющих, он может кого-то, ну, в общем, персонал, да, команду свою, быть, в общем-то, спокойным, да, в какой-то степени и уехать в тот же отпуск. Далее, наличие большого дохода. Мы понимаем, какой доход, ну, приблизительно хотя бы, да, можем логически понять, что какой доход приносит маленький магазин, да, какой доход сеть там 100 магазинов, например, по всей стране может принести. И это, конечно же, уже более-менее наличие свободы. Есть возможность, в общем-то, позволить себе отдых с семьей, да. Красивый, да, сегмент денежного потока, мне вот, квадранта денежного потока, мне вот он очень тоже нравится, и, конечно, я думаю, что каждый человек, который, в общем-то, хочет для себя более счастливой жизни, он мечтает, да, вот именно о таком, но, конечно, бизнесмену, чтобы дойти до вот такого уровня, ему нужно начать с предпринимателя, с мелкого бизнеса, да, то есть пройти через 7 кругов ада, как говорится, да, не обанкротиться, выйти в плюс. То есть, сами видите, 4% всего лишь доходит. Да, Сергей, это уже про вас. Мы про Арифлейм еще поговорим. Так, и последний квадрант денежного потока, в смысле сегмент квадранта денежного потока, это инвесторы, всего лишь 1%. Это владельцы различного рода активов, акций, недвижимости, ценных бумаг. Ну, обычно вот инвесторами становятся успешные бизнесмены, да, у них вот есть деньги, есть что вложить. Ну и, конечно, самый главный плюс, да, наличие пассивного дохода, в общем-то, свобода тут уже даже в большей мере, чем в предыдущем сегменте. Я думаю, что, наверное, каждый человек в душе мечтал бы быть инвестором. И многие бизнесмены к этому идут. Так вот, если мы посмотрим квадрант денежного потока еще раз на него, да, то мы увидим, как я вам и говорила, разделен квадрант на левую часть и правую. Да. Левая часть, человек как белка в колесе, да, бежит, 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 в общем-то, старается вырваться из этого колеса. Да. А правая сторона, это, ну, можно сказать двумя словами, жизнь удалась. Вот мне интересно, да, в какой бы части квадранта, в левой или в правой, вы хотели бы быть, если вы еще не там? Напишите, пожалуйста, в чате. Заодно проверю, как меня слышно. Угу. Вижу от Марины. Так, правая, правая. Ну, конечно, правая, конечно. Идем дальше. То есть, понимаете, мы выяснили, что деньги, да, и вот не просто деньги, да, потому что деньги можно, в принципе, по найму зарабатывать большие. Только масса вот таких минусов, да, нехватка времени, в общем-то, нет свободы. А здесь, в общем-то, и деньги, и свобода, и все. Мы понимаем, что деньги есть в бизнесе. Так давайте с вами разбираться дальше. Как же создать собственный, подчеркну, крупный бизнес, да? Есть два пути. Первый путь, смотрите, как это обычно происходит у людей. Открыть магазин, да, открываем магазин. Ну, естественно, чтобы открыть магазин, мы понимаем, что необходимо либо купить, либо арендовать помещение какое-то, да, завести туда оборудование, нанять сотрудников, да, в общем-то, вместе с этим магазином, да, не обанкротиться, вот, выйти, в общем-то, в плюс в итоге, да, и это при самом благоприятном стечении обстоятельств, и в итоге, да, открыть еще несколько магазинчиков, да, стать владельцем сети магазинов. Но вроде бы красиво все понятно, да? Но смотрите, какая самая первая сложность, с которой сталкиваются люди, может быть, и желающие, да, стать предпринимателями, но это их 100% останавливает. Я думаю, что вы догадались, да, наличие стартапа, да, наличие стартового капитала, который исчисляется тысячами долларов, да? То есть, понимаете, что вот у меня лично, например, нету таких денег и не было, да, чтобы вот создать свой бизнес таким образом.
Я думаю, что ну, большинство людей, которые обычных, да, среднестатистических, с средним доходом, конечно, о таких доходах нет. А брать какие-то кредиты в банках, рисковать, ну, я думаю, что мало кто на это, в общем-то, пойдет. Да, и стоит ли на это идти? Потому что статистику мы помним, 80%, да, сворачивают свой бизнес в начале пути. Итак, второй путь, первый мы выяснили, второй, это франчайзинг. То есть право передачи имени, да, и вообще вот этой системы всей, функционирования, да, какого-то предприятия, магазина, ресторана, чего угодно. Яркий пример — Макдональдс, да, все мы знаем, бренд на слуху, бренд известный уже много лет, но вроде бы круто, да, в общем, покупаешь уже готовую систему, внедряешь ее и, в общем-то, не изобретаешь никакой велосипед. Но, смотрите, если в предыдущем случае, да, чтобы открыть этот магазинчик, нужны были $1000, то уже, чтобы купить франшизу, да, нужны сотни тысяч долларов. И, конечно, если в первом случае у людей, как правило, денег нет, то во втором и подавно. Ну, мы понимаем, два пути, да, и что же делать? Но ведь хочется жить хорошо, да, хочется осуществлять какие-то мечты, хочется вот счастья, свободы, да. И вот тут вопрос, да, у людей, у думающих, да, у задумывающихся, возможно ли создать свой динамично развивающийся бизнес без значительных финансовых вложений? Ответ – да. И ответ на это словосочетание – сетевой маркетинг. Вы знаете, у людей совершенно разные стереотипы сложились за эти годы об этом словосочетании. И чаще всего, да, люди совершенно не понимают, вообще не, ну, скажем, в это понятие складывается совершенно что-то иное. Давайте разбираться, что же такое сетевой маркетинг. Ну, сетевой мы понимаем, маркетинг – это продажа, да, продавать, продажа, продвигать, сетевой – продвигать через сеть. И мы слышали уже, да, что из мелкого в крупный бизнес – да, предприниматель переходит, когда уже у него не просто какой-то магазин, да, магазинчик, когда у него сеть магазинов, большая сеть. Хорошо, если это в городе, в каком-то в СНГ, да, и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, есть две модели бизнеса, да, классическая модель бизнеса и сетевая модель бизнеса. Ну вот пару слов о классической модели бизнеса, чтобы вы понимали разницу. Скажите, пожалуйста, вот все из вас когда-то что-то приобретали в магазинах, да, ну, я не говорю тут государственных, да, каких-то, пусть даже каких-то частных, вот, ходили куда-то, да, что-то приобретали, ну, 100% все, да, потому что все мы покупатели. И вот когда-нибудь вы задумывались, как вот этот товар, хорошо, я вот, к примеру, возьму тоже косметику, да, все же мы моемся, да, зубы чистим, голову моем, и женщины красятся, все это есть. Когда вы приходите покупать, допустим, шампунь, да, задумываетесь ли вы, вот почему именно такая цена у шампуня? Почему, что туда заложено, да? А может быть, он стоит в несколько раз дешевле, его первоначальная цена? А задумывались ли вы еще такой момент, а тот ли это шампунь, который вы читаете, вот эту аббревиатуру, да, название, та ли это марка, та ли это фирма, на самом ли деле это тот продукт, который вы хотите купить, да, может это где-то вообще в подвале разлито, мы этого не знаем, да, вот фактически классическая модель бизнеса, она не дает вот этой гарантии нам. И тут нужно еще сказать, что не то чтобы зачастую, а всегда цена, конечная цена вот этого продукта в конечную цену закладывается, в общем-то, тот процент, который, в общем-то, можно сказать, положили себе в карман оптовики, мелкий опт, средний опт, крупный опт, да, потом продукт пришел в магазин, да, прибыл, его привезли, и опять-таки предпринимателю нужно держать вот этот магазин, аренду платить нужно, а зарплату своим сотрудникам нужно платить, и опять-таки вот это все это деньги входят в стоимость вот этого конечного продукта. А мы, как клиенты, мы за это за все платим. Скажите, вот если бы вам предложили другой продукт, да, классный, качественный, дешевле,
да, и вы на 100% уверены, что это подлинник, да, это не где-то там разлито в подвале, да, что это действительно, если ты покупаешь какую-то марку, то это именно та марка, да, и ты знаешь, что никаких посредников, ни оптов, ни розниц, ничего нету. Вы платите фактически вот, ну, цену, которую, в общем-то, производитель выставил. Скажите, понравилось ли бы вам вот быть именно клиентом таких магазинов? Понятен мой вопрос? Поставьте плюсики. Попросту говоря, понравилась ли вам уверенность за то, что этот продукт, он подлинный, и за то, что в нем нет этой накрутки? За все это прохождение продукта, да? Вижу плюсы. Так вот, смотрите, в середине прошлого века была изобретена такая вот именно сетевая модель бизнеса. Классическая модель бизнеса, она существовала очень давно. Но вот появилась сетевая модель бизнеса. И, вы знаете, она стала набирать популярность. Не только потому, что здесь действительно очень круто быть клиентом, очень выгодно, да. Здесь надежно, да, ты знаешь, что именно эта фирма, значит, она, так оно и есть, да. Здесь еще есть другой момент. И вот сейчас мы тоже об этом поговорим. Смотрите, компании, которые стали, в общем-то, возникать, да, вот после вот этой вот модели, когда ее придумали, они дали людям возможность, как я уже сказала, не только пользоваться классным продуктом без накруток этих, да, но также можно зарабатывать деньги. То есть также каждый человек, который регистрируется, да, в этой компании, он становится дистрибьютором и имеет возможность построить свою сеть, в общем-то, построить свой бизнес вместе с этой компанией. И вот что я хочу отметить, да, за это время, вот, да, за полвека, даже больше, чем полвека, образовалось очень много компаний сетевых. Понимаете, предприниматели поняли, что эта модель продвижения товара, да, она очень, ну, скажем, она очень классная, да. И вот выделила здесь на слайде, да, нашу компанию Oriflame. Вот мне люди тоже часто спрашивают, да, и из других компаний, и просто спрашивают, почему вот ты выбрала компанию Oriflame? Почему именно вот компания Oriflame? Почему не какая-то другая компания? А теперь давайте вот разбираться, да, почему компания Oriflame? Почему тысячи людей по всему миру выбрали партнерство с Oriflame? Во-первых, возраст компании 48 лет, да, мы понимаем, да, что компания опытная, да, она проходила через различные рода экономические моменты, да, кризисы, она благодаря тому, что она уже почти 50 лет, да, успешна. Она также зарекомендовала себя за это время как честная компания, да. Она всегда, ну, в общем-то, прозрачно, да, честно относилась к своим партнерам. Ведь это здорово, да, вообще в век, скажем, особенно это было актуально в 90-е годы, когда кругом обман, развод, вот, именно что-то такое честное, да, по-шведски, да, потому что компания шведская, это действительно была находка для людей. Далее, масштабность более 60 стран мира. Это тоже говорит об уровне компании, да, что это не какая-то 1, 2, 3 страны там в СНГ, а все-таки это весь мир. Товарооборот в год компании более 1,5 миллиарда евро. Согласитесь, косметика, да, продукт, не только косметика и продукты здорового питания, они востребованы, если такой товарооборот. Далее, собственные производственные фабрики и исследовательские центры. Но я не буду уже тоже на этом останавливаться, потому что можно рассказывать очень долго и много. Но компания имеет это все, да, и действительно не каждая компания может этим гордиться. Далее, Oriflame раскрученный бренд, да, у людей есть доверие к этой марке, понимаете, это тоже очень важно для бизнеса. Далее, правительственные награды. В моей стране ООО «Oriflame Cosmetics Беларусь» висит на доске почета в одном из районов города Минска. Я знаю, что и в России «Oriflame» получала правительственные награды также. Понимаете, это тоже, ну, доверие компании, да, в общем-то,
легализация деятельности компании. Вот что еще очень важно. Ну, согласитесь, компания, если бы занималась чем-то неблаговидным, ну, не получала бы она эти правительственные награды, ну, 100%. Далее, товары повседневного спроса, да, мы знаем, что, кто не знает, может быть, есть новички, так, продукты здорового питания и косметические средства, да, причем ассортимент более 1500 наименований. Ведь мы все, когда просыпаемся, да, мы идем куда обычно, в ванну, да, приводим себя в порядок, моемся, там, красимся и так далее. То есть это не то, что там непонятно, там раз в полгода нужно, а это нужно каждый день любому человеку, да, будь то ребенок, подросток, взрослый человек, неважно. Далее, официальный доход проводной через банк. То есть официальный доход, люди, которые сотрудничают, зарабатывают вместе с Oriflame, да, сотрудничая с Oriflame. А вот как у компании политика честная, да, платить налоги, прозрачность вот это, да, так и партнеры, которые сотрудничают с компанией, они тоже, все у них легально, официально, то есть все оформляется, никаких таких конвертов, серых схем, этого ничего нет. Далее, вот смотрите, подчеркну, нет финансовых вложений. Помните, когда мы говорили о бизнесе, да, как вообще вот свой бизнес стать крупным предпринимателем? Мы сталкивались вот с этим препятствием, финансовые вложения. Здесь никаких финансовых вложений нет. Далее, ассортимент, я уже сказала, более 1500 наименований. Скидка, даже если вы не, в общем-то, не строите бизнес с компанией, вы просто потребитель, да, вы просто пользуетесь классным продуктом, скидка от 20 до 80% доходит, да, на весь ассортимент продукции. То есть, согласитесь, в каком-нибудь супермаркете, гипермаркете, ну, 5% максимум скидка. Oriflame вот такие скидки нам предлагает. Далее, 17 зарплат в году. Вот зарплат не люблю слово. Я бы так выразилась. Зарплата это скорее больше к работе по найму относится. А вот здесь именно 17 раз доход в год мы, в общем-то, получаем себе на расчетный счет, то есть каждые 3 недели, да, так обычно раз в месяц, а тут каждые 3 недели. Приятно? Ну, конечно, здорово. Далее, возможность путешествовать за счет компании, да, сейчас проходит конференция в Абу-Даби, да, Арабских Эмиратах, где лучшие лидеры собрались, да, где компания их чествует, компания их туда повезла за бесплатно фактически, да. То есть это только одна страна, да, а в следующем году мы узнали, что будет грандиозная конференция на лайнере, да, для золотых директоров и выше. То есть компания делает также и для менеджеров, можно с уровня менеджера поехать на конференцию. То есть если, конечно, с деньгами, мы понимаем, что мы можем поехать куда угодно, да, но представляете, как приятно, да, компания нас благодарит, она фактически делает, ну, королевский отдых, да, и причем это все в такой атмосфере происходит, что, ну, наверное, ни за какие деньги ты, пусть даже ты купишь там супердорогую путевку, да, то вот этой атмосферы не будет. Ну, это, чтобы понять это, нужно там побывать, и я всем советую. Далее, готовая бизнес-система. Вот помните, мы говорили про Макдональдс, да, франчайзинг, франшиза. Классно, не надо ничего придумывать, да. В общем-то, купил вот это вот право пользования брендом и пользуйся. Вот, так Oriflame предлагает то же самое. То есть смотрите, сколько плюсов, да, сколько вообще вот моментов таких, да, которые действительно, вот если человек предпринимательского склада ума, да, вот он, ну, услышал бы, да, что вот есть такое, есть такие возможности, ну, 100%, я думаю, что человек подумал, да, 10 раз, стоит ли этот свой бизнес развивать, когда есть такие возможности. И вот еще хочется пару слов сказать об вот, технологиях, да, мир не стоит на месте, и мы знаем, что интернет пришел в нашу жизнь, и он, скажем так, все больше набирает обороты, и сейчас мы и за ЖКХ платим через интернет, и детей в садик на очередь можно тоже через интернет поставить, сейчас у нас уже... В общем-то, в Вайбере, да, вот родительский комитет, ребенок в школу ходит, мы тоже создали там чат и обмениваемся сообщениями, и учителя пишут туда в чат, и сейчас уже электронный журнал хотят создать, чтобы все оценки можно... То есть
Конечно, отрицать это, ну, нельзя, что интернет все больше и больше входит в нашу жизнь. И вот компания Oriflame – это компания, которая всегда идет в ногу со временем. И здесь она тоже старается вот всю свою систему, да, приблизить к интернету, да, сделать вот эти вот, сейчас же можно и приложения в телефоне, да, Oriflame, и Wellness Life Plus есть. То есть все это сделать более удобным для нас, более быстрым, да, с помощью интернета. Oriflame – компания, которая не консерватор, да, какой-то, она все время идет вперед, что мне тоже очень нравится, да, потому что вот именно с такой компанией, да, ты не будешь стоять на месте, ты все время будешь в тренде, в движении. Идем дальше. Итак, я вот вам, в общем-то, так красиво рассказала, да, что, в общем, есть бизнес, да, с компанией Oriflame, что каждый человек может начать этот бизнес, ограничений тут нет, ни по возрасту, ни по религиозным убеждениям, да, никаких финансовых вложений, столько привилегий, да, я еще много о чем не сказала, потому что время не позволяет. Но у людей возникает 5 вопросов, да, вот когда рассказываешь о бизнесе. Они спрашивают, в чем же смысл бизнеса, что же нужно делать, откуда здесь деньги, кто мне будет помогать и что мы получим в результате. Ну, согласитесь, актуальные вопросы. Я думаю, что вот кто сегодня новички, они, в общем-то, согласятся, что вот эти вопросы, нужно на них дать ответ. Да, Ольга, вебинар записывается. Итак, в чем же смысл этого бизнеса? Помните, мы с вами говорили, да, про магазины, про, в общем-то, вот эта схема продвижения товара, есть классическая, есть сетевая. Так вот, я еще раз повторюсь, да, вот представьте, ну, я знаю, что все до одного здесь на вебинаре, мы все моемся, да, не секрет. Мы что-то покупаем, пусть даже если это мужчина, да, шампунь для волос, мыло, там, зубную пасту, все равно мы это все приобретаем где-то, да. Ну вот смотрите, когда вы приходите в магазин, я так условно, да, дядя Вася, как обычно, то вы, приобретая вот эти косметические продукты, да, вы делаете товарооборот кому? Дяде Васе, правильно. А почему не себе? Ну почему вот, почему бы не сделать его себе, да? Почему именно надо, причем вы еще платите зарплату вот этим продавцам, аренду, да, покупая этот товар. Еще плюс ко всему оплачиваете вот всю эту цепочку, которую, посредников, которую товар проходил, да. И в итоге еще у вас нет гарантии, что именно вот это подлинник. Смотрите, сколько минусов, да. А вот компания Oriflame предлагает нам следующее, что покупайте средства личной гигиены в своем онлайн-магазине, да, на своем сайте и получай за это доход. Правда, здорово? Вот как вы считаете, здорово это? Поставьте плюсики, кто согласен, кто не согласен, минусы. Посмотрю, как меня слышно, а то, может, я тут говорю. Так, вижу плюсики. Конечно. И тут же первый вопрос. Так вот, получать доход, это интересно, конечно. И доход здесь можно получать разный, да. Можно просто получать, скажем, вот эту вот разницу, да, в каталогах, которые есть в компании Oriflame. А можно очень большие деньги зарабатывать, да, покупать квартиры, машины, путешествовать. Так что же нужно делать? Здесь правило 3П, да, легко запомнить. Первое. Пользоваться продукцией ежедневного спроса в своем онлайн-магазине. Просто, попросту говоря, поменяйте свой привычный магазин на магазин Oriflame. Далее. Второе П. Приглашайте людей также быть партнерами компании. Также пользоваться, также менять магазин, да. Также и третье, да, приглашать других. И третье, обязательно обучаться. Обязательно посещать обучение. Потому что наш бизнес это... Это не просто какая-то там хобби, да, или кружок по интересам, это очень-очень серьезное дело. И чтобы получить какую-то специальность, врач, инженер, юрист, ни у кого не вызывает удивления, когда человек намерен идти учиться в университет. Но почему, когда люди приходят к нам, да, вопрос, они удивляются, а здесь еще обучаться, а что, чему тут обучаться? Здесь обучаться нужно много и постоянно. Итак, далее вопрос, который обычно люди задают, откуда же здесь деньги? Вот смотрите, есть вы,
вы пользуетесь продуктами Oriflame. Каждый каталог, да, вы покупаете на какую-то определенную сумму, например, на 100 рублей. И вы приглашаете людей, потому что компания дает такую возможность, да, приглашаете людей тоже быть потребителями, да, покупать себе на 100 рублей. Но вот мы тут, как пример, взяли 100 человек, но не обязательно самому приглашать лично 100 человек. Можно пригласить 5 человек, они в свою очередь тоже могут приглашать, да, людей, те в свою очередь тоже, и так образуется группа, да, в 100 человек. Вот если вы и группа, да, купите каждый для себя, каждый вот член этой группы купит для себя на 100 рублей, получится товарооборот, да, который вы сделали, да, вместе с вашей группой. То есть компьютер в Oriflame, да, фиксирует, что это ваша группа, это люди, которых вы пригласили, и те люди, которые тоже в свою очередь пригласили людей, это все ваши люди, ваша группа. То есть вы, смотрите, компания платит за то, что вы сами пользуетесь, пригласили этих людей, обучили этих людей, да, эти люди в свою очередь тоже самое делали, да, то есть вы помогли компании создать товарооборот на 10 тысяч. То есть ваш доход с этого будет 1000 рублей. Вот точно так же, например, ваша группа, да, выросла до 1000 человек, да, и каждый тоже на 100 рублей, и товарооборот 100 тысяч с этого товарооборота вам компания выплатила, да, как благодарность, да, 10 тысяч рублей. И так далее, и так далее. Но смотрите, что тут еще такой момент, да, есть. Вот вы создаете группу, да, группу создаете, приглашаете людей. И, ну, вы знаете, не все люди, ну, скажем, готовы изменить свою жизнь, да, начать этот бизнес. Кто-то остается просто потребителем и покупает себе на 100 рублей на те же самые. Кто-то приглашает, понимаете? И вот за обучение вот этих людей компания платит не просто проценты товарооборота, еще и бонусы. Но это уже тема другого вебинара, мы не будем углубляться. Дальше, вопрос, который люди задают. Я думаю, что вы суть поняли, да, как все это происходит. Кто же мне будет помогать? Прежде всего, наша компания, партнер компании Oriflame, да, своими замечательными акциями, подарками, да, логистикой, доставкой, хранением продукции, да, бухгалтерии. То есть вы этим, у вас об этом голова не болит. Все это на себя берет компания. Ваша задача – пользоваться самим, приглашать людей, обучать их тому же самому, что и вы делаете. Вот и все. Далее, кто еще будет помогать? Вышестоящие спонсоры, да, своим обучением, да, своей мотивацией для нас. И вот хочется тоже о спонсорах сказать, да, несколько слов, что некоторые думают, что вот спонсор – это человек, который должен все за тебя сделать. А ты только пришел, зарегистрировался и сказал, ну вот сделай из меня миллионера. Так вот я хочу сказать сразу, что задача спонсора, да, дать вам информацию, вот помочь сделать первые шаги, вот, а дальше, если вы лидер, вы пойдете сами. Ну, если вы не лидер, тогда уж, не знаю, что вам поможет здесь, да, будете просто потребителем. То есть здесь как бы именно такая вот, как в спорте, можно сказать, да, преодоление есть тоже, и естественно, это труд огромный, да, работа с людьми, то есть все это нужно постичь здесь. Далее, правильно Лина сказала, нужно развивать себе лидера, нужно быть не ведомым, а ведущим здесь. Тогда будет классный результат. Дальше, что же еще будет помогать? Конечно же, наши скайп-чаты. Новички, вот кто еще, кого еще не добавили в скайп-чаты, обязательно попросите спонсора добавить, потому что не всегда спонсор на связи, да, а скайп-чаты, они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю онлайн, кто-то в сети, да, кто-то может ответить на какие-то вопросы, которые вот резко возникли и нужно решить. Это очень-очень такая хорошая вещь, скайп-чаты, которая помогает нам в работе, плюс еще нас как-то сплачивает, объединяет как команду. Итак, последний мой слайд. Давайте подытожим, что же мы получим в результате. Прежде всего, свой успешный бизнес, который мы можем передать детям по наследству. Да? Очень важно, у кого есть дети или кто планирует детей. Путешествия, мы уже сказали много о них. Далее, личностный и карьерный рост.
Вот хочется тоже на этом немножко остановиться. Вот чтобы люди за вами шли, да, чтобы создавалась команда, чтобы вы были лидером, конечно, нужно быть личностью на миллион прежде всего, да. И, конечно же, вот карьерный рост, который, ну, можно сказать, я не преувеличу, если в компании он бесконечный, потому что были такие случаи, когда лидеры, да, Тамила и Владимир Полежаевы, они выходили на самую высокую ступеньку, да, лестницы успеха, и компания еще добавляла. То есть, в принципе, здесь действительно, ну, я не преувеличусь и скажу, что, в общем-то, бесконечный рост. Дальше, постоянно растущий доход. Да, мы понимаем, что приглашая людей, а те, в свою очередь, еще приглашают людей, те, в свою очередь, еще приглашают, да, то, в принципе, это, ну, опять-таки, та же бесконечность, да, потому что людей очень много. А в России, на самом деле, зарегистрированных в Oriflame еще очень-очень-очень мало. Поэтому, конечно, доход, будут увеличиваться количество людей, эти люди будут пользоваться, приглашать. Конечно, ваш доход будет увеличиваться. Далее, смотрите, пассивный доход в перспективе. Помните, мы говорили с вами об инвесторах. То есть, смотрите, есть возможность стать крупным бизнесменом, да, выращивать лидеров и фактически становиться получателем пассивного дохода. Потому что люди приходят работать не ради вас, а ради себя. А я также сказала о бонусах, которые компания пожизненно выплачивает. Поэтому действительно, то, что под силу вот этому 1% на всем земном шаре, фактически реально для нас, для консультантов, для лидеров Oriflame. Возможности для всех. Далее, что еще получите? Признание от компании партнеров по бизнесу за ваш успех. Знаете, признание у нас есть на разном уровне. Да? Это и поздравления на параде успеха. Это и на банкете директоров, когда вас вызывают на сцену с чеком, а вам люди аплодируют. Да? То есть, ну, конфетти, цветы, это, наверное, ну, как у звезд, да, как у звезд шоу-бизнеса, только, наверное, вот с этим можно сравнить. Далее, работа в позитивной команде, да. Вот, чтобы достичь успеха в Oriflame, да, нужно обязательно быть позитивным человеком. Вот у меня сегодня такое хорошее настроение, так хочется, чтобы оно было всегда, наверное, вот нужно вырабатывать в себе, да, такой позитив, потому что с позитивом вообще легче, легче по жизни, а в бизнесе, в Oriflame тем более. И в итоге, что вы получите в результате? Абсолютно другой уровень жизни. Вы получите свободу, вы получите качественную, счастливую жизнь. Вот на этом у меня все. Далее будет обучение, но сейчас, наверное, прервемся, я включу ролик. Вы пишите, если есть вопросы у новичков, пишите, пожалуйста, вот здесь в чат. Я тогда отключаюсь и снова подключусь.
Ну что ж, я надеюсь, что песня вам понравилась очень, да? А мы с вами продолжаем дальше. И сейчас вашему вниманию обучение, работа на теплом рынке, тема нашего обучения. Вы знаете, ну вот такой немножко эпилог, да, перед обучением на эту тему. Вот почему такая вот идея возникла? Потому что очень часто слышу, что люди, которые пришли в Oriflame, новички, вообще меня хорошо слышно. Поставьте оценочки, а то я уже начала, побежала вперед. Так, вижу, что слышно. Хорошо. Итак, люди, которые присоединились к Oriflame, да, боятся приглашать своих знакомых. Давайте поговорим об этом. Вообще о работе на теплом рынке. Что же такое теплый рынок? И еще много-много получим ответов на вопросы различные. Итак, что же такое теплый рынок? Давайте разберемся. Теплый рынок – это наше окружение, а также люди, которых мы знаем сейчас или знали раньше. То есть, смотрите, ну, опять-таки будем учитывать, что есть интернет, да, и сейчас со многими нашими знакомыми, либо дальними родственниками мы можем, в общем-то, связываться с ними, писать сообщения, то есть, это как бы тоже наш, ну, можно сказать, входит в наш теплый рынок. Только это уже не наше окружение, видите, совсем разные вещи, да. Окружение фактически это то, где, что нас окружает, да, те люди, с которыми, ну, практически ежедневно общаемся. Давайте же посмотрим сейчас, вообще вот, как разделяется вообще теплый рынок, потому что, ну, такое название «теплый рынок», как бы он такое универсальное название, но на самом деле важно разделять этот рынок. И вот далее вы поймете, почему. Итак, первый, скажем, такой сегмент, да, сегмент вашего рынка, да, это горячий рынок, да, который вот является теплым рынком. То есть это близкие друзья, близкие родственники ваши, люди, с которыми у вас близкие отношения и ежедневное общение, да, это, можно сказать, ваше окружение, с которым вы общаетесь тесно. Далее, сам непосредственно теплый рынок, да, я уже сказала, название универсальное, но все-таки разделяются эти рынки. Теплый рынок. Сюда можно отнести дальних родственников, соседи, коллеги, одноклассники, однокурсники, друзья, приятели, то есть те люди, которых мы хорошо знаем, но не близко, да, не настолько близко, чтобы каждый день это общение было, и не так часто, да, мы общаемся, ну, либо время от времени, от случая к случаю и так далее. Дальше, подогретый рынок, да, это наши знакомые, люди, с которыми мы однажды, дважды сталкивались. Ну, например, вы приходили к зубному врачу, да, там, зуб полечить, там, да, или куда-то пошли в парикмахерскую, например, или, ну, не знаю, различные, я думаю, что вы сами понимаете, да, ситуации в жизни, в которых вы могли с кем-то сталкиваться. Ну, есть такие знакомые тоже, с которыми идешь по улице, видишь, даже, ну, здороваешься с ними, но не помнишь, как зовут, такое тоже бывает. Ну, это тоже все подогретый рынок. И прохладный – это новые знакомые, то есть люди, которые рекомендованы горячим, теплым, либо подогретым рынком. Давайте дальше разбираться. Почему важно работать с теплым рынком? Потому что есть доверие. Вообще вот в нашем бизнесе доверие – это все. Даже если вы человека пригласите с холодного рынка, вот пока вы не установите с ним доверие, никакого бизнеса не будет. А теплый рынок, он уже, то есть доверие уже есть, скажем так, авансом. И смотрите, есть статистика. Лидеры сетевого бизнеса появляются в большинстве случаев из списка знакомых. Это правда. Это действительно, если, ну, в общем-то, я в свое время интересовалась вообще лидерами, да, их историями успеха, действительно, вот знакомые,
родственники, даже кланами, да, есть и такой в Oriflame приходит. То есть вот, действительно это так. Все-таки теплый рынок, это по статистике, это более вероятный лидер. Да? Тем более, что мы можем оценивать людей, да, хотя вот решать ни за кого не надо, но примерно мы уже, да, есть какая-то информация, что человек, может быть, каким-то руководителем работает. Вероятнее всего, да, что вот из него лидер выйдет. Дальше. Вот в данном случае, когда мы приглашаем теплый рынок, не требуется вот времени для того, чтобы вот этот контакт утеплить, да. Опять-таки, здесь уже и экономия времени, да, и сразу человек может активно включиться в работу. То есть, согласитесь, это плюсы. То, чего нам холодный рынок не может дать. Ну и теперь такой вот главный вопрос, да, вот этого обучения. Почему же вот многие боятся работать с теплым рынком? Но я бы, наверное, вот на первое место, да, даже не то чтобы отсутствие результатов, да, поставила бы на первое место, а скорее вот прежде всего отсутствие авторитета. И это очень актуально для молодежи. Вот согласитесь, когда человек уже в таком, ну, возрасте, да, приличном, скажем так, все-таки у него и тех же знакомых больше, да, и, ну, скажем, чаще всего он более авторитетный. Вот молодежь, она менее авторитетна. И здесь, конечно, сложнее молодежи. Дальше. Отсутствие результатов. Да? Очень часто люди боятся, потому что, ну, они спросят, да, мои знакомые, вот, а что ты достиг, да? И здесь, смотрите, вот я пропустила, не сказала, вот про первый момент, да, отсутствие авторитета. Вот как же выйти, да, из этой ситуации? Как сделать так, чтобы, в общем-то, ваш авторитет, еще пока не такой веский, он как бы все равно, ну, повлиять, да, на знакомых, донести им, чтобы они не смотрели на какую-то шалость вашу, да, детскую, если вы еще в юном возрасте, а действительно серьезно отнеслись. Выход из этой ситуации – ваш спонсор. То есть для вашего кандидата спонсор – это человек незнакомый, да, как правило, человек уже с каким-то результатом, да, и авторитет уже автоматически есть. Дальше, вот опять вернусь к отсутствию результатов. Опять, да, выход какой? Если вы новичок, да, приглашайте на встречу со спонсором. У спонсора уже, как правило, есть какой-то результат. Вы, опять-таки, вот эту проблему, да, вот вы ее снимаете. Дальше. Но тут уже, как бы, боязнь глупо выглядеть в глазах друзей и знакомых. Ну, вы знаете, это уже, наверное, какие-то, ну, может быть, страхи совсем-совсем, которые, наверное, нужно все-таки преодолевать. Не наверное, а точно нужно, потому что... Вот как раз-таки расскажу анекдот, но позже, на эту тему, вот про боязнь глупо выглядеть, да. Знаете, вот мне понравились слова лидера из Беларуси Марины Родькиной. Вот она, когда выступала, говорила, ребята, вот кто-то говорит, вот стыдно раздать каталог, там, стыдно пригласить. Она говорит, а вот, в общем-то, жить в общаге-то не стыдно? Вот вам не стыдно или ездить в переполненном транспорте, да, в жару и в холод, на одной ноге, там, да, на работу, с работы, вот это не стыдно. А когда не можешь, да, позволить что-то для себя, да, вот какой-то магазин хороший, да, хорошую одежду, хорошее питание, не стыдно. Людям стыдно, да, ну, здесь уже, видите, здесь надо немножко вот с собой поработать, да, разобраться в себе. Тут уже, ну, наверное, спонсор... не помощник, да, и тут же вот в эту категорию, да, зависимости чужого мнения чаще всего подвергаются мужчины, что же скажут друзья, вот, но, вы знаете, я вам хочу сказать одно, вот ни в одном деле, я уже не беру там спорт, шоу-бизнес, да, или что-то другое, где нужно преуспеть, но не бывает идеально комфортных условий. Ну, не бывает, все равно есть какое-то преодоление. Ну, вы же все понимаете, что, в общем-то, жизнь так устроена, что за все нужно платить, да? За успех в Oriflame,
за вот то, что дает компания, те возможности, да, во-первых, доход хороший, да, за который вы можете многое чего позволить. Да, вы платите, вот, может быть, каким-то страхом показаться смешным, глупо выглядеть, вот это чужое мнение выслушать. Просто нужно подумать, что для вас дороже. Вот это чужое мнение, да, как, боязнь, как вы выглядите. Или, блин, да я вот поднимусь, да, через год, через два я на крутой тачке приеду, да, от Oriflame, и посмотрим, как я буду глупо выглядеть. Глупо выглядеть будут они в данном случае. Идем дальше. Так вот, все-таки, даже если вы перебарывайте это в себе, вот это чувство, все равно преодолевайте это. И хочу вам вот о чем сказать сейчас. Смотрите, вот несколько вопросов, которые я сейчас продиктую вам, да, а вы вот каждый, да, кто боится, там, кто не боится, может быть, передадите своим новичкам, да, вот задайте их себе, да, вот ответьте себе на вопросы вот на эти. Вот скажите, вот мы все знаем, что в Одноклассниках, да, Одноклассники, ВКонтакте, ну, скажем, такие довольно крупные соцсети, популярные, да, в Одноклассниках более 45 миллионов пользователей, в соцсетях, в соцсети ВКонтакте более 330 миллионов пользователей. Как вы думаете, вот ваш теплый рынок, да, ваши знакомые, друзья, родственники, они могут быть там? Я думаю, что они есть там, думаю, что у каждого есть страницы в соцсетях, да, и даже можно теперь посмотреть, да, друзья, кто там, родственники и так далее, и так далее. Может быть, конечно, может. Он там и есть, да, в большинстве своем. Дальше ответьте себе на вопрос. Ваш теплый рынок может кто-то пригласить в бизнес с Oriflame? Если мы знаем, что сейчас очень мы и сами, да, приглашаем и через интернет, и вживую. Скажите, есть вероятность, что их кто-то позовет, и они примут это предложение? Конечно, есть. Дальше. Ответьте себе на вопрос, кто вам больше доверяет, тот, кто видит вас в первый раз или ваш знакомый? Я думаю, ответ очевиден, конечно, ваш знакомый. И кому больше доверяете вы, да, своим знакомым или каким-то незнакомым людям? Конечно, знакомым. Я вам даже больше расскажу истории, в общем-то, лидеров Oriflame, которые... Ну, век интернета, да, пошли активно приглашать через соцсети, через другие там вещи в интернете, да, и они рассказывали, да, были такие случаи, что вот я, говорит, ну, подумала так, буду приглашать незнакомых людей в интернете, а потом, когда сделаю уже там директора, я пойду по всем своим друзьям и знакомым. Прихожу к своей там двоюродной сестре и узнаю, что она в Oriflame. Ее кто-то зарегистрировал. Представляете, как это обидно, да, что если ваши хорошие знакомые, друзья или родственники у кого-то другого в команде. Так вот давайте не будем допускать такого, чтобы вот наших близких людей, да, регистрировали какие-то чужие люди. Давайте им расскажем об этой возможности. Я вот еще что добавлю. Конечно, когда вы приглашаете своих знакомых, да, еще об этом скажу. Конечно, есть такое условие, да, что это ваш хороший знакомый, у вас хорошее, приятное впечатление друг от друга. Конечно, не негативное, но вот самая основная мысль, да, вот того, чего, что я именно сейчас хочу до вас донести, что пусть даже вы пригласите, пусть даже, ну, может быть, что-то скажет ваш знакомый, всегда знайте, да, откажет он вам, всегда знайте, что он, этот знакомый, родственник, друг, он за вами наблюдает. Ну, 200% наблюдает. В соцсетях. Уверяю вас, что будет, даже если он вам отказал, будет вас встречать на улице, будет спрашивать, ну как там твой Oriflame. Понимаете, вот принцип, чтобы каждая собака знала то, что вы в Oriflame. И если человеку в интернете даже предложат эти возможности, да, он сразу вспомнит о вас, ваш знакомый. Понимаете? То есть нужно приглашать свой теплый рынок. И причем, если вы новичок, если вы только пришли, в первую очередь обращайтесь к своим знакомым. Если вы не новичок, то
вспомните, да, пролистайте, вот сейчас мы про это расскажем, да, вспомните, пролистайте альбомы, просмотрите свой мобильный телефон, найдите тех, да, кому вы еще не рассказывали об Oriflame. Итак, как же работать со своим теплым рынком? Прежде всего, Марина задает вопрос, а если у тебя таких людей нет? Нет таких людей. Каких людей? Родственников, друзей, знакомых? В любом случае, Марина, человек, он ну, не изолирован, он где-то живет, он ходит на работу, да, с кем-то работает, есть коллеги, он где-то живет, есть соседи, правильно? Даже если родственники далеко находятся. Все равно какие-то есть ну, знакомые, да, с кем вы все равно как-то хоть общаетесь, ну пусть там не близкие друзья. Итак, Марина, если есть какие-то вопросы, вы пишите. Как же работать со своим теплым рынком? Итак, начинаем с того, что открываем свои записные книжки, фотоальбомы, мобильный телефон, да. Берем тетрадь и просто записываем вот этот список знакомых. Ну, конечно, это тема отдельного вебинара, вот как именно правильно составить список знакомых. Мы тоже не будем на этом останавливаться. Но, как правило, этот список, ну, в этом списке должно быть от 100 до 200 человек. То есть, опять-таки, скажу о том, что, возможно, вы сядете, вы всех не вспомните, да. А бывает такое, что вроде бы сидишь там, да, вспоминаешь, пишешь, а потом вот, идешь по улице, кого-то встречаешь и вспоминаешь, так я же его тоже не написал в списке. То есть, список должен постоянно пополняться, да, это первый момент. Второе, и вот необходимо планомерно работать по этому, по вот этому списку. По поводу вот вопроса Марины, да, опять-таки, не забываем про друзей в соцсетях, да, даже если ваших друзей и родственников нету рядом, они есть онлайн, потому что, ну, все это используют, да, все соцсетями пользуются, то есть где-то же они есть, эти ваши друзья, родственники, и с ними можно сконтактировать и рассказать про Oriflame. Итак, начинаем планомерно работать по списку. И вот здесь правила важные, да, вспоминаем, что пишем людей, с которыми было приятно общаться, приятное впечатление, да, негативистов нам не нужно, вот. И, конечно, бывает, что не совсем порядочные люди, которые тоже вроде бы ваши знакомые, но их тоже не нужно приглашать в Oriflame, потому что зачем вам такие люди в вашем бизнесе? Мы говорим про нормальных, адекватных людей, да, с хорошей, в общем-то, для вас репутацией. Итак, ни за кого не решать. Вот правило, да, которое нужно усвоить. Опять-таки хочется сказать о том, что, конечно, когда человек ну, уже на уровне, на лидерском, да, как вот Владимир Полежаев говорит о том, что я коллекционирую людей. Понятное дело, что он не приглашает всех подряд, каждый, кто находится у него там на расстоянии вытянутой руки. Он уже ищет интересных людей, ему интересно, понимаете, такие лидеры уже, да, потенциальные. Конечно, если вы новичок, и вам нужно, ну, все равно результат нужен, да, и вообще, чтобы было на ком потренироваться, да, конечно, приглашайте всех и ни за кого не решайте. Идем дальше. Как же пригласить людей из списка знакомых на встречу? Лучше всего приглашать по телефону. Почему по телефону, да? То есть вы сейчас поймете. Итак, здесь такие вот 4 пункта, да, про которые нужно помнить. Прежде всего, когда вы звоните, приглашаете человека, да, поинтересуйтесь, вовремя ли вы звоните, не занят ли человек, да. Здесь уже, ну, скорее, так, знаете, вот правила этикета, да, обязательно их нужно соблюдать. Далее, вам необходим позитивный настрой. Во время разговора постарайтесь вот настроиться, ну, именно, ну, позитивно, да, если так сказать. И даже так, чтобы, в общем-то, ваше хорошее настроение, ваша улыбка, она, в общем-то, ну, человек на другом конце провода, он должен ее почувствовать. Дальше.
Вот тоже очень важный момент, да, который нужно учитывать. Ограничьте время вашего разговора. Когда вы приглашаете на встречу, да, собеседник должен понимать, что вы очень заняты, очень торопитесь, что вот-вот буквально там одна, там 5 секунд разговора, да, и чтобы собеседник не успел задать какие-то вопросы уточняющие. То есть действительно на самом деле будьте заняты, да. Вот возьмите этот список и прозванивайте, да, то есть все равно, что у вас есть какое-то ограниченное время, и за которое вы должны успеть прозвонить, да, всех. Поэтому обязательно скажите собеседнику, что я сейчас тороплюсь, я не дома, там, я сейчас вот разговариваю, нахожусь там где-то там, да, в гостях или еще не могу долго говорить. То есть все это очень быстро делается. И обязательно применяйте такую технику, как выбор без выбора. Ну, вот я, может быть, кто-то слышал, кто-то нет. У кого есть новички, обязательно тоже вот напоминайте про этот момент, очень важный, да, потому что, когда назначаешь встречу, да, оговариваешь место встречи, да, и, естественно, когда ты там, ну, давай там тогда-то, ой, тогда не смогу, там, в воскресенье не могу, когда вы говорите человеку, давай либо там понедельник там 5 часов, либо там среда 10 часов, то уже как бы человек понимает либо тот вариант, либо тот. И он уже как-то старается выбрать какой-то из вариантов. Поэтому это тоже вот надо учитывать и, в общем-то, этому учиться. Дальше. Главное правило при приглашении по телефону – это минимум информации. И ни в коем случае не говорим слово «Орифлейм». Люди полны стереотипов. Да? Кто-то увидел, что кто-то там с сумками ходил. Ну, разные бывают ситуации, разные моменты. Не все консультанты, в общем-то, понимают, да, суть этого бизнеса. И каждый отдельный человек, он по-своему все это воспринимает. А другие люди это видят, да, и переносят это все, в общем-то, на себя. Поэтому помните это правило, научитесь приглашать без слова «Орифлейм». Ну, вот для примера, да, как, ну, часто просят, вот, пример приведи, там, как пригласить, да. Вот мне очень нравится, как приводит пример Сергей Гаглоев. Он говорит о том, что приглашайте людей на заработок. Потому что, понимаете, сейчас кризис, да, сейчас, в общем-то, людям интересна вот возможность подработать, заработать, да, и это актуально, наверное, даже не только сейчас, всегда было, сейчас, наверное, еще больше. И всегда вы можете позвонить и сказать, слушай, есть интересное предложение, как можно денег заработать. Опять-таки, помним, что приглашаем на спонсора, да, есть интересный человек, он уже зарабатывает, расскажет. Хочешь, тебе это интересно? Да, интересно. Договаривайтесь. Естественно, вот выбор без выбора, да, о месте, о времени. И вот таким образом встречаетесь с людьми. То есть, в принципе, все довольно просто. Итак, вот пару слов скажем о возражении. По сути, люди, которые боятся приглашать, да, ну, не только знакомых и незнакомых, да, и холодных, но знакомых, вот в таком, скажем, в большей мере боятся именно из-за возражений, да, вот, и боятся, что человек скажет какое-то возражение, и ты не будешь знать, как ответить, опять-таки, да, вот, приглашаем на встречу со спонсором. Потому что, и смотрите, проводит спонсор встречу, мы сидим и слушаем. Да? Спонсор также отвечает на возражения, запоминаем. По сути, смотрите, все возражения, они, скажем, повторяются, да, и природа их уже изучена, да, психологами. Все это давно как бы уже понятно, да, людям, которые, в общем-то, стараются стать профессионалами, да, в рекрутировании. И вот новички, обязательно прочтите вот эту книгу Александра Бухтиярова «Мастер работы с возражениями». Уважаемые лидеры, у кого есть новички, да, или те, может быть, в вашей команде, кто не читал, обязательно почитайте эту книгу.
очень-очень, скажем, такая информация полезная, да, и после прочтения этой книги действительно начинаешь относиться к возражениям совершенно по-другому, да, то есть вот в книге такие вопросы раскрываются, да, как вообще вот мы о мастерстве, да, работы с возражениями, и приходит понимание того, чем являются возражения в жизни, в бизнесе, да, вот приобретаются знания, да, причин, по которым люди возражают, появляется правильное отношение к возражениям, да, у ваших людей появится. И также появится владение эффективной технологией работы с возражениями, да, и знание, как на них грамотно ответить. То есть действительно уникальная, классная книжка, всем рекомендую. Ну, на этом тоже заострять внимание не буду. Все-таки, да, даже если вы грамотно, в общем-то, ваш спонсор, да, разрулил возражение какое-то, или вы впоследствии, да, даже если кто-то вам ответил нет, не огорчайтесь, да, обязательно спросите рекомендацию, да, и ваш список знакомых, он никогда не закончится. То есть важно, чтобы в разговоре, разговор не перерос, да, когда вы уже самостоятельно будете проводить, чтобы ваша презентация, беседа с человеком, она не переросла в какой-то спор, в какой-то, ну, не дай бог, негатив какой-то появился. Всегда оставляйте после себя такое вот позитивное, положительное впечатление, да, что вы не какой-то там, непонятно, фанат, да, Oriflame, что вы нормальный человек, да, что вы действительно проявили уважение к человеку, пригласили его в бизнес, да, даже если он вам сказал нет. На 100%, да, он за вами будет наблюдать. Он будет за вами в соцсетях, спрашивать будет у вас, интересоваться. Это есть у людей. И много случаев, да, много примеров, когда люди говорят нет, а потом через какое-то время говорят да. Почему это происходит? Потому что уже учеными, и социологами, и психологами доказано, что каждые 3 месяца у человека начинается новый цикл жизни. И вот если сейчас, да, человек всем доволен якобы, да, ну, может быть, чем-то недоволен, но, в принципе, вроде у него все хорошо, да, начальник у него нормальный, зарплата хорошая, бать, его сократили, да, все, ситуация поменялась, да, человек может, в общем-то, призадуматься, да, вспомнить о вас, о вашем предложении, то есть, ну, он будет помнить, 100%, он будет об этом помнить. И очень возможно, что он обратится к вам. Так, дальше слайд. Ну, и, в общем-то, меня нормально слышно, поставьте плюсики. Мой обещанный анекдот. Так, вижу плюсики ваши. Готовы слушать. Знаете, вот анекдот, ну, в общем-то, не новый, да? Анекдот не новый. Я думаю, что вы, наверное, уже слышали. Ну вот, кто не слышал, тому будет интересно. Анекдот, в общем-то, на нашу тему, да, вот на этот страх подойти с предложением к вашему знакомому, да, пригласить на встречу. Итак, начинаю рассказывать. Ну, вы уже догадались, что анекдот про поручика Ржевского. Итак, спрашивают у поручика Ржевского. Поручик, как вам удается каждую ночь спать с новой женщиной? Поручик отвечает, да все просто. Подхожу к даме, задаю вопрос. Мадам, разрешите вам втердонить? Поручик, как так можно? Это же неуважение. Это же, за это вообще можно по морде получить. Поручик говорит, ничего. 9 раз по морде, 10-я соглашается. То есть, надеюсь, что вам весело было. То есть, смотрите, вот какой подход, да, психологический, что ну и что? Ну, даст она мне по морде, но все равно вот
каждую ночь вот эта женщина будет моя, понимаете? Поэтому я всем вам, уже обучение подходит к концу, я всем вам желаю стать поручиками ржевскими. Вот, и вот еще хочу сказать о теплом рынке, немножко похвалиться вам, благодаря тому, что вот именно моя именно работа на теплом рынке, да, пригласив своего хорошего друга, знакомого, да, у меня сейчас растет ветка очень сильная в городе Сочи. Вы знаете, и даже сейчас, да, вот уже образовалась команда. В этом каталоге ребята выходят на 12%. Еще раз хочу вам пожелать успехов. Да, уже тут кое-кто встречался с командой, вижу, Ольга пишет. Хочу пожелать вам успехов, хочу пожелать вам вот побороть вот эти вот какие-то стереотипы, да, не слушать чужое мнение, да, слушать свое сердце и быть поручиками ржевскими, короче. Вот, на этом у меня все. Может быть, какие-нибудь вопросы у вас есть? Вопросов нет. Буду с вами тогда прощаться. Всего вам доброго. До новых встреч. Надеюсь, что вам было интересно.